наверное, такое, конечно же, все приятное, потому что, ну, во-первых, победа, во-вторых, приятно, когда тебя приглашают, поздравляют, все искренне радуются, и, ну, конечно же, это все приятно, вот, и тем более, когда это все проходит в таком формате свободного общения, и любой желающий может сфотографироваться, взять автограф, просто поговорить, пожелать удачи, вот. Ну, я думаю, что и для нас, и для них это, конечно же, большое событие, встретиться в неформальной обстановке и просто пообщаться. Уважаемый Никита Курбанов, ваш трехочковый с нуля вдохновляет нас каждую тренировку. Спасибо за прекрасный пример. Мы вас любим. И с этой стороны с победой, любимые армейцы. Номер 41. И здорово, что можно являться примером для кого-то. Конечно же, наверное, в первую очередь для молодых ребят, девочек, мальчиков, которые в раздумье идти заниматься баскетболом или нет. И, может быть, сейчас при личном общении с фотографией, может быть, это, конечно, спровоцирует и подтолкнет их, чтобы сделать первый шаг, записаться на какую-то секцию или просто во дворе начать играть в баскетбол. Планов не было, как только мы узнали, что будет встреча с нашей любимой командой, мы сразу же зарегистрировались, переживали, что не пропустят точку, потому что маленьких нельзя зарегистрировать, но ждали им воскресенье именно, чтобы встретиться с нашей командой Хиродригес. Не знаю, как-то так сложилось. Сначала из-за любви к Испании, но я считаю, что это достойнейший игрок, за которого стоит болеть. Для команды он очень много делает. С большим удовольствием поздравляем клуб ЦСКА с такой большой победой, потому что баскетбол в целом для нас, как для компании, очень большую роль играет. Он, может быть, пока не очень большой в России, но растет. И мы очень надеемся, что благодаря тому, что вот мы сегодня вместе еще это отпразднуем, еще больше ребят будут баскетболом заниматься. Это как раз то, как мы считаем, и появилось название Nike, потому что от богини Ника. В каждом офисе она у нас есть, и по каким-то особым поводам мы ее нашим партнерам передаем. Надеемся, что она тоже такую победную энергию будет нести. И новые кроссовки. Символ компании Nike – это богиня Ника. Так что раньше мы были под патронажем компании Nike, играли в форме Nike, а теперь мы еще и под покровительством богини Ники. Я очень надеюсь, что эта статуэтка, которая вместе с Кубком Евролижным займет достойное место в музее ТСК, принесет нам удачу. Приятно, что в воскресенье в 12 действительно пришло столько народу увидеть ребят, тренера. Ну, чувствуешь, что тебя переживают, болеют, поддерживают. Приятно осознавать, что многих людей ЦСКА, выиграв Евролигу, сделал счастливыми. Ну, будем стараться не расстраивать.